Привет, друзья! С вами Вовкин, и вы смотрите канал Мистер Кекс. Ребятки, спасибо вам за пожелание, чтобы я выздоравливал. Мне стало намного реально легче. Очень приятно, что столько людей написали мне «Выздоравливай, Вовкин», хэштеги всякие прикольные. Спасибо большое, очень помогло. Вчера читал комментарии, прямо аж выздоравливал на глазах. Вот так вот, ребятки, спасибо вам огромнейшее. Ну что ж, поиграем, как вы уже поняли сегодня, в Jurassic Survival, да? Выживание только с динозаврами. Так, давайте посмотрим, что у меня тут с ананасами. Ух ты, 20 ананасов. Пора урожай собирать, ребята. И в карманчик сейчас их положу. Буду хилиться им. Так, где мой? Где мои ананасики? Бананасики. Так, все, в порядке. Так, нужно сбросить лишний груз, в общем, и бежать, ребятки. Что мне нужно здесь делать? Мне нужно сделать костер. И вообще плотницкий стол мне бы нужен. Бревно нужно. Но у меня бревно всего лишь одно, а нужно 5. И вот это, конечно, прискорбно. Так, этот ящик у меня уже полный. У меня, видите, дом я еще особо не построил. А, у меня 3 бревна. Но все равно 2 не хватает-то. В общем, пойду сейчас выгружу все свои припасы, все, что есть. И пойду дальше собирать. Так, вот это что-то я тупанул, конечно. Нужно было сразу ананасы посадить, а я что-то оставил их. Так, и вот здесь я что-то тоже туплю, да? Давайте сделаем вот так вот. Вот эту кожу или что это? Шкура, как это правильно называется? Шкура, да? Вот здесь их совместим. Так, вот здесь тоже можно немножко совместить. Так, стопэ, стоямба, вот это тоже. Так, что у меня тут? Еды хватает, воды хватает. Всего хватает, в общем, бежим дальше. Бежим, садим, ребятки, ананасы. Ананасики. Что я вам хочу сказать, ребятки, я еще немножко поиграл. Короче, эта игра, я вам скажу, посложнее будет. Будет посложнее, чем Lost Day, допустим. Потому что здесь, вчера, например, я на базу своей хотел вернуться, да? А там написано «Засада», вас там кто-то ждет на базе. И представляете? И действительно ждал кто? Один чувачок ждал и у меня зафигарил. Убил, в общем. Так, события у нас, постоянно тут события. Неподалеку Тирекс устроил гнездо, там можно найти что-нибудь интересное. Так, ну к Тирексу я уже ходил, там что-то мне особо ничего не светит. Давайте пойдемте куда-нибудь, не знаю, вот сюда пойдем. Бежать, пока энергия есть, будем бежать, ребятки. Так, бродит тут. О, стоп, опять ко мне кто-то идет, что ли? Смотрите, через 3 минуты придет ко мне чувак, через 2.59. Вот это да, вот это да. А как же так? Блин, а что он меня грабить будет или чего? Зачем он ко мне придет? Офигеть. Я бы тоже сходил до него, но топор железный нужен. А до топора мне еще рано, ребятки. Потому что уровень еще не тот. Еще не дорос до топора. Ну ничего, дорасту. Так, ладно, давайте потихонечку. В общем, тут динозавры всякие такие сразу жестокие бегают. Вообще не как зомбаки в этом, в Lost Day. Так что тут немножко, конечно, посложнее. Так, ну так стоит слишком медленно. Так, мне нужно, что мне нужно? Мне нужно, вот это мне нужно. Пальмовое бревно. Вот это может тоже пособирать. Вообще еще неплохо бы залутать что-нибудь, конечно. О, манго. Манго всегда в хозяйстве пригодится. Так, бежим. Так, может, ух ты, бревно было. Чуть не пропустил, представляете? Так, ну и, о, новый уровень, 6-й уже. Так, ну траву не буду собирать, а вот бревна пособираю, это чего? Просто бамбук, ну ладно, соберу его тоже. Так, ребятки, потихоньку собирательством занимаемся, собираем всякую ерунду, но нужную ерунду, скажем так. Вот это чего, растительное волокно, да пригодится уже. Так, оббежим пока по периметру, в общем. Ух ты, я вижу, там была коробочка. Там был ящичек, который мне нужен, но я пока, конечно... Вот фиговенько, что у меня копье уже скоро сломается мое. Бежит, кто бежит? Вот кто ко мне бежит? Я не знаю, скорее всего, мужик какой-то. А нет, орнитолестис. Ну, это слабенький, я его замочу быстро. Так, с него что-нибудь упадет? Ничего с него нету. Орнитолестис прибежал туда. Думаю, победить Вовкина. Не тут-то было. Мистер Кекс не сдается. Так. Камушки всякие. Всякие нужные. Вот еще
камушек подберем. Манго. Тоже нужная вещь. Так, ну что, по периметру вот я, грубо говоря, уже обошел, да? И тут прям таких ящиков, которые прям перед самым носом лежат, не видно. Но зато бревна, конечно, есть. Были, по крайней мере. Так, ну чего, давайте теперь пробираться немножко вглубь. Подлетимся немножко. Ананас 15, да? Это, смотрите, здесь может быть зебра. Смотрите, ребятки, зебра, вы видели такое? Хадыщ! Нету зебры. Вот это она упала, да? Ух ты, орнитулестис. Куда ты лезешь, орнитулестис? Пошел отсюда. Отошел, говорю. Так, взять все. Берем, ребятки. Че я... Ух ты, шкура. Ух ты. Вау, саблезубый тигр, ребята. Вот это да. Я вчера его встречал. Рядом с зеброй он прилег. Что это такое? Он с чем? Не понял. Он что, просто с кулаками? Да у меня же ананасы есть. Или чего у него там? Я не вижу, чего у него, ребятки. Чем он бьется? Да, просто кулаками. Как это так? Он меня чуть просто кулаками не завалил. Давайте посмотрим, что у него есть в рюкзаке. Как-то вообще... А, вот же. Вот. Это я все конфискую. Это зря ты, чувак, сюда пришел. Смотрите, втроем лежат, да? Зебра, саблезубый тигр и какой-то чувак. Так. Ребята, что делать? Давайте подкрепимся немножко. Бананасиками. Так, и у меня копье уже скоро сломается. Вот это опасно, очень опасно. Что делать? Давайте, наверное, выбегу. Копье, наверное, может быть, заменю или починю, или новое скрафчу себе. Сейчас посмотрим. Как-то нужно же хотя бы залутать что-нибудь, хотя бы пару ящичков, да? Пригодится же все-таки. Что-то, может, там хорошее. Так, что там мужик до меня бежит? А, уже прибежал. Да ладно, фиг с ним, короче. Пошел он, да? Так, копье. Так, нужно сделать новое копье. Так, с чего его там делать-то? Копье. Вот, у меня есть с чего его делать. Есть, отлично. Теперь это копье удаляем. Ну, а что оно уже? Бэушное, да? Новенькое берем. Так. Ну и что, входим? Войти. Жмем войти. И, ребятки, советики тут всякие. Динозавры охотятся ночью. Передвигайтесь в это время суток с осторожностью. Я буду очень осторожен. Вовкин будет осторожен, как никто. Осторожность – мое второе имя. Мое, вернее. Так, орнитулестис тут все валяется, отдыхает. Даже шкурку нам не дал свою, да? Ни мяса, ни кусочка, ни шкурки. Так, вот тут опять зебра будет, да? И какие-то... Подлые динозавры там должны быть. Ну, я тихонечко подберусь. Вот я не знаю. Здесь, по-моему, ребятки, нет такого, да, что когда со спины заходишь, то двойной урон. Или есть? Наверное, все-таки есть. Блин, там их целая толпа, вы видите? Как бы мне так потихонечку залутать, чтобы меня никто не заметил. Залутать и убегать. Так, берем. Шпроты какие-то взял, да? Консервы, пресервы. Так, ну чего ты? Вот у этого надо мясо забрать. А у него нет мяса. Ладно, у зебры зато есть. Ух ты! Велоцираптор тут меня уже съесть хотел. Ну, а тебе копьем, а? Отвали. Велоцираптор это как бегун, судя по всему, в Lost Day, да? Так, да отстань ты. Противный. Получай. Отдохни, полежи. О, нитки. Вот откуда у велоцираптора нитки, ребята? Я вообще не представляю. Откуда у нее нитки взялись? Так, ну чего, давайте манго. Положим в карман немножко горстку манго. Ну и пойду я дальше. Кто это? Кто это? Кто это? Опять эта мелочь пузатая, да? Отстань, отстань. Полежи здесь. Так, что? Веревка! Веревка, беру. Беру, веревка. Веревка мне очень нужна, ребятки. Все, короче, не буду дальше испытывать судьбу. Пока у меня есть веревка и бревна. Буду лучше валить к себе на базу, потому что можно всего этого быстро лишиться. Кто играет в эту игру, то поймете меня, потому что динозавры тут бегают просто злостные. Так, ну чего, пошел я домой. Где мой дом? Это мой дом, посмотрите. Засада, видите? Будьте осторожны, другой выживший поджидает вас на базе. Какого фига он там ждет меня? Давайте посмотрим, кто там. Эй, бежать.
Вот что он там ждет меня? Сейчас посмотрим, кто кого. У меня, в принципе, там пол кармана манго есть, 12 штук, да? Сейчас. И копье. Ну, правда, у него может быть дубина какая-нибудь. Дубье. Посмотрим, ребятки. Так, жмите лайки, болейте за меня. Прям вообще, чтоб Вовкин должен победить. Так, ну чего там? Что, может, осторожно красться? Или, короче, что красться? Я у себя дома, буду бежать и лупить его. Лупить этого гаденыша. Так, сразу подлечимся. Где? Где засада? Где он? Где этот чувак? Давайте поищем его. Он вообще здесь? Написано было, что засада ждет, да? А где он? Обман какой-то, что ли? Вообще не понял. Гляньте, никого же нету. А где засада? Это что, меня специально обманули? Вот он, ребятки, вот он бежит. На тебе, на! С кулаками на меня бежит, да? Чего ты хочешь со своими кулаками? Это бот, наверное, мне так кажется. Ух ты, жестокий бот какой-то. Ой, куда ты? Стоямба! Стоять! Стой, гад! Убежал, ребята. Вот вчера была такая же фигня. Мне кажется, это боты. Напишите в комментариях, это боты или реальные люди. Мне кажется, боты. Потому что вчера была такая же фигня. Короче, я его начал почти добивать, а у него немножко хп осталось. И он убежал, представляете? Не нашел ничего лучшего, как убежать. Я просто в шоке был. Вот сейчас я тоже хотел бы его вальнуть, но он убежал. Гад. Так, ну чего, давайте. Плотницкий стол. Ой, 10 вот этих фигнюшек надо взять. Так. Так, что-то надо переместить. Чё куда переместить-то? Ёшки-матрёшки, вот это сюда, да? Вот это сюда. Ну и рюкзак сюда. Вот эти фигни сюда. Место освободить-то нужно, да? Так, ну что, начинаем делать, ребятки. Плотницкий стол создать. Владимир Создатель. Все, создал стол. Давайте теперь его поставим. Построим. Строитель, создатель, строитель. Все, что хочешь, можно в этой игре делать. Так. Что, развернуть его, может быть, немножко вот так вот. Пускай так стоит. Все, отлично. И я что-то еще, ребятки, хотел сделать. Не помню что. Костер, по-моему. Вот, вот эту дубину я хотел сделать. Ага, но это будет уже скоро, в будущем, потому что, видите, мне нужен обработанный бамбук и пальмовая доска. Стол у меня уже есть, в общем, буду это все делать. Так, что там у меня на 6 уровне? Ничего не открывается. Как это? На 3-м? А, тут через уровень. Вернее, дальше, видите? 5-й, потом на 7-м что-то новенькое открывается. На 10-м, на 12-м, на 15-м. Через 2-3, через 3 левела, короче, прыгает. Костерок. Вот, для костра мне была нужна веревка. Я помню, что мне нужна была веревка, но забыл для чего. Теперь вспомнил. Для костра. Так. Костер. Где мой костер? В кармане у меня костер, представляете? Карманы, и там костер целый. Пускай тут стоит. Все, буду теперь готовить на нем что-нибудь, куховарить всякие, вкусняшки делать. Вот, мяска зарядим. Эй, ты чего? А, не сюда, вот сюда. Материал, топливо. А какое нужно топливо-то? Биотопливо, что ли? Рецепт давайте посмотрим. Так. Дрова, в общем, нужны. Нужны дрова. Так, а дрова у меня есть? Дрова есть. Есть, но мало, очень мало. Ой, не туда зашел. Так, вот сюда. Топливо. Все, ребятки, теперь у меня будет скоро сочнейший стейк. Няма-няма. Так, ну что, все, выходим отсюда. Ух ты, смотрите, как горит костер. Красотища просто. По-моему, уже пахнет жареным мясом. Вот это я, ребятки, затупил. Мне ж доски нужны были. Лучше бы я бревна сюда потратил. Ёк-макарюк. Бамбук можно сюда втулить. Сейчас я это и сделаю. Так, где моя бамбуча? Бамбуча. Так, иди сюда. Хорошо, потом побегу за досками, короче. Материал, все, готовься, готовься, обработанные бамбуковые штуковины. Что же, ребятульки, вот такой вот был небольшой обзорчик, ну не обзорчик, прохождения, да. В общем, если понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
Ну и не забывайте про колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых видосиков на моем канале. Буду продолжать в эту игру играть, буду развиваться и все это снимать и показывать, конечно же, вам. Все, ребятки, будем на этом с вами прощаться. С вами был Вовкин. Пока-пока.